Кирюха, что ты робиш? Вот скажи, Жека, ты представляешь, я был недавно у Потапа дома. Так. Подхожу, а у него там двери обычные, представляешь? Обыкновенные двери, простые. Да, Леша, ты, конечно, мне друг, но такого я от тебя не ожидал. А потому что человечек не знает, что такое Министерство дверей. А Министерство дверей – это лучшие двери в мире, Леша. Хочешь домой заходить с кайфом – выбирай Министерство дверей. Запомнил? Все, мы выступать пошли. Давай. Да, Министерство дверей. Цикаво, Владимир Александрович, в курсе процесса Министерства, интересно? Встречайте нос на сцене. Да, красота-то какая, лепота. Ну, пацаны, скажите, не тема, а сказка. Вот если б вместо домино еще девчонки были, их же в руках куда приятнее держать. Шо, пухлый, тебе нравится, да? Да. А тебе везде нравится, там, где жрать надо, там, где ходить меньше. Да. А вам не кажется, что начинать такой конкурс на чили-расслабоне — это немного смело? Немного смело? Это Саакашвили в Грузию вернуться, понял? Здорово, латентные! Опа! А что, на сцену Мел Гибсон вышел? Да вроде нет. А что за храброе сердце, Сережа? А что расселись, тюлени? А? Полуфинал! Вы как встали, когда с вами старший разговаривает? Сережа, ты что сюда, на поезде с дембелями ехал или что? Успокоился? А что, в твоей жизни от лещей кто-то успокаивается или что? Ладно, да, все, хорошо, я успокоился, да, да. А теперь отчетливо, своими жирными губами, назвал мне тему игры. Кино, вино и домино. Отлично! Значит, снимем, да? Выпьем, правильно? И сыграем. Сережка, ты извини, пожалуйста, не то, что нам что-то не нравится, просто с предыдущим тобой контраст такой, как будто батюшка сатану вызывает, ей-богу. А это смело. Смело. Шутка про религию. Смело. И вино на сцене. Смело. Вишневый сок? Вы что, мне вздумали на полуфинале вишневый сок пить? Так лига смеха, условность. А если темы игры будут солнце, море и нудисты? Вы что, в одежде будете или что? Ну да. Слабаки. Боитесь потерять достоинство? Да нет, боимся писюны показывать. И метафоры вообще, понимаешь, нет? Понимаю, но показывать не хочу. Да все! Значит, я проанализировал тему и нашел точки соприкосновения. С вином у вас общее, что вас тоже давили ногами. С домино у вас общее, что от вас воняет рыбой. А с кино у вас общее что? Что? Вот мы сейчас и увидим, что. Хали-гали! Сапоги, сандали, поехали, погнали! Вот о, это заход на выступление. Хорошо. Ну что же, начнем с кино. Итак, в 3D-кинотеатре. В каком 3D-кинотеатре? Ты, тебя 3D... Дома будешь 3D-кинотеатр себе строить. Ну а что? 500-100D-кинотеатр. Случай в 500-100D-кинотеатре. Я не хочу в тебя стрелять, Джон. Почему, Билли? Мне не за что тебя убивать. Стреляй, стреляй! Он спал с твоей женой! Что? Я говорю, он с женой твоей спал, я второй раз смотрю. Стреляй, давай! Так я не женат.
Это пока. Короче, он тебя сейчас подстрелит, ты в больничку попадешь, там с медсестрой познакомишься, Хельга, на ней поженишься, а она тебе с ним изменит, потому что ты лох. Изменит, изменит. Ты давай тоже особо не выделывайся, едь отца спасай. А что с отцом? Короче, ты сейчас его подстрелишь, он в больницу попадает, там с медсестрой знакомится, Хельга, женится на ней, а она ему изменяет с тобой, потому что он лох. Он решает тебе отомстить, едет к тебе домой, а тебя там нет, а есть твой папа. А вы похожи, как две капли воды. И он вместо тебя застрелит его. Вот и все. Понимаешь? Мужик, а можешь не мешать кино смотреть? Братик, я тебя прошу, я сейчас быстренько кинцо настрою, нормальный сюжетик и глянем с кайфом. Я тебе серьезно. Просто там такая... Мужик, а. Что делать? Ну я не знаю, ты давай сам решай, он твоего отца завалил. Ты убил моего отца? Я не стрелял твоего батюшку. Вот, вот, вот теперь интересно. Что интересно? А как ты в суде будешь оправдываться, что ты брата родного застрелил? Так он мой брат? А-а-а. Так, ну все, на трейлере размялся, можно и кинцо посмотреть. Нормально! Нормально идем! Сережа, а ты что делаешь на этом балконе, а? Тихо! Наблюдаю за этими кнопкодавами. Сереженька, а можно за людьми не в прицел наблюдать, пожалуйста? Да не волнуйся ты! У меня ж там не пули. А что? Пальцы. Какие пальцы? Разные. Так, вы сейчас особо резких движений, пожалуйста, не делайте. Ну, это Бабкин на балконе, он там сейчас что-то повозмущается и уйдет. А что они попритихли, а? Может, их растормошить? Не надо никого тормошить, Сережа. Иди лучше к нам, выступление нам растормошишь. Ладно! Десантируюсь! Так какой десантир? Не надо, Серег! Просто иди сюда, и все! Ладно! Иду! Фу, давай, объявляю уже. Случай в кафе. Да ну ты че? Ну добавь в романтики, тварь. А что может быть слаще вина? Итак, представьте, Франция, влюбленная пара, ресторан. Таня, ты свинья или курка, а? Тебя резать или колоть, Татьяна? Миш, успокойся, ты только недавно вышел. Таня, как у тебя это получается? Я не понимаю, как ты... Ладно, все, тихо, спокойно, спокойно. А ну покажи еще раз счет. Твою мать! Таня, Танечка, вот ты мне объясни, что ты за человечек сказочный, а? Вот как тебе брекеты во рту жмут, а Рено Логан тебе сейчас туда заехала, как в гараж, Таня! Так, ладно. Слышишь, а можешь просто для моего успокоения в счете три последние цифры закрыть, а все равно три остается. Ух, Таня, житуха у тебя сейчас начнется. Ой. В смысле? Бездомная, разведенка, с прицепом, Танечка. Миш, ой. Простите, а вы оплачивать будете? Ты... Нет. Тогда я зову администратора. Да, и это, эвакуатор позови. Зачем? А сейчас мы из женщины Рено Логан доставать будем. Миш! Итак, представьте, в Херсоне открыли первое сельское казино. Что, я пойду повешу, наверное, табличку закрыто. Давай, все равно никого нету. Опа, первый клиент! Так, собрались. Добрый вечер. Добро пожаловать. Мы рады пожаловать вас в нашем казино Атлантис Парадис Резорт СПА. Спасибо. В
Слушайте, интересное у вас здесь казино. А что у вас везде картины Трифоновому королю висят? Побойтесь бога, это иконы, вы что? Да? А зачем в казино иконы? Я спрашиваю, зачем? Но батюшка, когда проиграл, сказал, либо этим, либо ничем. Вариантов не было. Бабкин борет. У вас здесь еще и батюшка играет? Да, он когда осветить пришел, так тут и остался. Проигрывается, что черт? Ладно, хорошо. А где у вас можно приобрести фишки? Фишки, пожалуйста. Давайте. Фишки. Интересно-то как? Огурцы просто порезали. Огурцы. Не нравятся фишки? Можно наличкой. Да? Давайте да. наличкой. Давайте да. все. Давайте. Давайте что, рулетка есть? Конечно есть, конечно рулетка. Есть. Давайте, рулетка. Давайте. Ваши ставки? 200 ставки. Гривен на 50 красное. Отлично. Все, отлично, закрывайте глаза. А зачем? Да? А что? А что это? Берите. Где? Все, отходите, отходите, отходите. Оп, стопа. 248 желтое, проиграли. Проиграли. Повезет. В следующий раз обязательно. Обязательно в следующий раз. Так, подождите, ну давайте еще раз во что-то поиграем. Давайте. А. Кости есть? Конечно, да, кости. Кости да, есть? Присаживайтесь, присаживайтесь. А все. Что такое? У вас 10 секунд, время пошло. Меладзе. Хабенский. Что, что? Ваша очередь, ну, давайте. Ну. 5 секунд. Что? Так, ну, все, давай. Время вышло, проиграли. А надо было просто костью популярного. Ну, да, назвать. Станиславский, Дзюли, в конце концов, на худой конец. Так, подождите, давайте, может быть, еще во что-то сыграем. Давайте. Давайте, у нас есть авторские есть, игры. Есть. Например? Например, угадай, сколько шариков. Да, сколько шариков. А, это лото. Ну, не нет. совсем. Нет, нет, нет. Вон коза, видите, пасется? Ну? Вот угадай, сколько сейчас шариков так, будет. Так, нет, в это я играть точно не буду. Слушайте, у вас серьезное казино. Я так понял, что здесь можно проиграться по-крупному. Да, да, у нас недавно мэр 15 косарей вот так вот оставил. Да? Че, серьезно? Да. Да, 15 косарей, 2 конюха, доярку и пару пастухов. Он же ж аграрий. До свидания. Да ладно, подождите, у нас домино. Еще домино есть. Домино, там можно рыбу а потом поймать, словить. А потом ее поймать еще до удочки. Серёнечка, это, конечно, все классно, круто, что ты такой заряженный, все это самое. Но да? ты, может, объяснишь, почему? Смотри, ну, вообще, фраза «кино», «вино» и «домино» что олицетворяет в целом? Знаешь? Нет? Ну, это возраст. Это возраст мужчины, который в полном расцвете сил, в соку. Понимаешь? А у меня осенняя хандра, потому что чую, что сейчас начнутся титры. Осталось там на один глоток вина в бокале. И вот чую, сейчас кто-то прикроет рыбой. Вот, а у вас все только начиняется. Шучу! Да ладно, ты Сережка, красава! А, конечно! Сергей Бабкин! Команда НОС! Ну, артисты прям, ну, такие же артисты. В вашій області команда НОС і неймовірний Сергій Бабкін. А який запальний і інший Сергій був. Більше, дівчата, киньте свої телефони, трусики сюди. На все, вау! Сережа, твої? Скільки платиш? А, твої, так? Да? Молодці, молодці. Молодці, підтримайте, підтримайте. О, крутя! Оце болівальники!